Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить модификацию под названием Око Атланта в игре Legend of Grimrock 2. Итак, в предыдущей серии нашу бабеху заразили болезнью, которую, я сказал, нереально излечить. То есть только можно либо специальным зельем, либо с помощью кристалла. Оказывается, нифига подобного. Рано или поздно эта болезнь излечается сама по себе. И я этого не знал. Вот бабёх у нас целенькая и невредименькая, скажем так. И мы попробуем. Попробуем, опять же, зачистить эту пещерку, в котором, блин, похоже, одни грибы. Буквально одни грибы. Так, этот ещё идёт сюда. Неприятно. Кстати, зря его потревожил. Очень даже зря. Блять, там еще один идет. Еще один мухомор, бляха-муха. Вот. Его долго убивать. Вот еще один такой, твою ж налево. Ну ладно, потихоньку, помаленьку мы справимся. Что делать нам? У нас нет выхода. Биться. Биться, еще раз биться. Дурачок не поймет, откуда его бьют, вращается, блин, вокруг. Еще какой жесткий мухомор, блин, гнида гребаная. Еще такой толстый, реально бронированный, хер пробьешь его. Его, конечно, да, огнем, может быть, я и быстрее бы убил бы. Но опять же, я пускай жалуюсь, но мне не хватает мага, который огнем хреначит. Я всегда использовал огонь. Мне не хватает мага. Капец, как не хватает. Поганки. Ой, кританул неплохо. Давай, он почти сдох. Куда обосрался, пошел? Крит прилетел. Сука, я траванул все-таки, а. Ой, молодец, умница. Валим. Нормально, нормально, в принципе, пока ему дали. Первые удары неплохо прилетели. Опять свое ебучее облако, начнем здесь делать, и ты хрен зайдешь в эту пещеру. Назад. И траванул! А, нет, не траванул, ну урон нанес. Как ни крути, блин. Сука. Заколебал у него, а. Еще и места там нету, что вот я как посмотрел, там места нету вообще, чтобы где-то уклоняться от них. Там очень узкие проходы, блин. Причем один проход. Еще и неизвестно, сколько там грибов. Вот что самое интересное. Блять, опять эта отравленная дичь. Блять, темно. Зря я факел убрал. Не подумал. Очень темно. Не дай бог реально штук 20. Стою, блин, в этом. Ну а что делать? Я хотел ему урон нанести, я нанес. Ждал до последнего. Пиздец, слабовато, слабовато, нужен крит. Только вот болеть не надо. Болеть это плохо. Болезнь долго отходит, по крайней мере. Кряхтят. Так, ладно, надо что-то поесть ей. Печенье с предсказаниями. Кстати, давайте съедим. Вам по плечу то, что многим не по силам. А что значит? Типа я такой крутой? Вы хотите сказать?
Или что? Чем вы мне предсказали, сказали, что у меня будущее типа хорошее ждет, меня ждет боевой маг там какой-нибудь и офигенный вор с луком. Если это вы об этом имели в виду, то я рад буду, что мне таких бойцов дадут. Я буду налево и направо раздавать. Хотя не, это не значит, что, допустим, мне дадут еще двух бойцов, и это будет изи. Игра ни хрена не изи. Это просто жестокая игра. Там еще один гриб мухомор! Ебать! Я сейчас только заметил. Еще один, твою мать! Блядь. Сука! Бля, ну что ж такое-то, а? Ну придется, что делать? О, хоть одного убили, еще другого убивай заново, а? То есть, как минимум, три мухоморов там было. Ну уже как одного убили. Да, это Гримрок, детка. Капец. Надо, блин, реально. Вот, то ли бомбы, может, покупать какие-нибудь, кидать в них огненные, вот чтобы они сгорали, эти твари. Быстрее. Может быть, так надо действовать, но. Бомбы, блин. Как-то и жалко покупать, с одной стороны. Одноразовый, как ни крути. Ой, блядь, тихо-тихо-тихо, мать. Мужик! Что ты такой косой? Капец. Я вот не помню, со сколько он продавал бомбы, этот, тот, та крыса. Еще один мухомор! Или это не мухомор был? Вы что, больные, что ли? Ну-ка. Нет, это не мухомор, снова был. Это не мухомор был. Я уже обосрался. Четвертый мухомор, типа, да вы уже больные, что ли? Испытывает голод. Да, так и да, уже скоро закончится. Придется покупать. А серебро вообще редко. Он находит. Капец, как он редко его находит. Я говорю, мы скоро будем, походу, блин, покупать еду. Но надолго ли нам хватит денег? Вот этот уже вопрос. Да ёб твою, нахуй ты назад пошёл-то. Пидорас. Гниль поганая. Ну сдохни уже, а! С отравлением гребаным. Не, это пиздец. 27. Так, может хоть чем-то обрадуете вы меня? Скоро у кого-то левел ап будет. А, возможно, кстати, у пирата будет левел ап. И вот надо будет... Мод сломается, не знаю. Крик! Неужели? Что-то я хотел сказать-то. Что прокачивать сейчас нашему пирату данному? Либо можно легкое оружие еще качнуть, он будет больше урона. Либо же ему атлетику вкачать. Давай, Илья, вот подумай. О, еще эти два братца из ларца. Мы с Тамарой ходим парой. О, видели? Там два дурачка пробежали. О, прилетело ему. Я бы здесь потанцевал, но там просто два дурачка еще бегают. Тут опять приходится убегать.
опять убегать. Мать, попади! Как? Я уже ушел, алё! Еще рожу набьет у тебя. Просто мордобой пошел, мне пофиг. Блять, вот. Что значит брони нет? В одежде не ходит. Поэтому, блядь, огребаем мы. Потому что брони нету. Нужно серебро. Нужно клад найти, я чувствую. Потом будет до хрена серебра. Он понимает, что сейчас сдохнет, и все равно идет. Легко он будет кинжалом и мечом пользоваться. Так, ладно, подожди, Илья. Надо сначала разобраться, что тут еще. Блять! Ебать, мне урон прилетел. Два дурачка, блин, из ларца в натуре. Ай-яй-яй-яй-яй! Да, сука, я ушел. Ни хрена! Себе урон нанес он. Они, точнее, блядь. Быстрее! Блядь! Не получается уклоняться что-то. Конечно, я вас не ударил. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так и героев теряют. Капец. Урон они хорош наносят. Да вот же, блин. Я не хочу идти вот туда. И... Потому что я боюсь, что там еще грибы какие-нибудь будут. Не хочу рисковать! Фух, блядь. Неужели минус один хотя бы? Давай, сейчас левел-ап должен быть у тебя, братан. Поебал ты получше быстрее, а не левел-ап, я чувствую. Не, нихера, ничего подобного, никакой левел-ап у него не будет. Так, сохраняем. В жопу. От греха подальше я лучше сохраняю. Неизвестно, что там будет дальше. Я понятия не имею. Я не хочу заново их убивать. Сохранение номер 13. Подходящее сохранение. Так, ну что, смотрим. Чего они здесь охраняли? Больно у вас много чего-то было. Неужели в траве это ничего нету? А ну-ка давай копнем. Здесь невозможно копать, как там? Блять, ничего не вижу вообще. Мать, ты, брать, колдовать умеешь, да? А как она свет колдует, не помнишь? Провал. Как она свет колдует, не помнишь, Илья? Опа, там, по-моему, кто-то за деревом стоит. А, нет. Казалось, я думаю, этот зеленый, блин, голум. Ой, не голум, а этот, эти гоблины гребаные с копьями, которые в воде еще плавают. Я думал, он за деревом стоит, сейчас выпрыгнет, блядь. Ебать, тут лабиринт. Концентрация 2 нужна. Так мы вторую качнули ей, разве нет? Ну-ка. Здесь варк где-то. Я слышу. Вот тебе, пожалуйста, концентрация 2. Как она свет делает, не помнишь? Чё она сделала, блядь? Чё-то колданула, а чё колданула, непонятно. Ёпство, это изучить надо, типа. Правая кнопка мыши, тогда вот она сможет использовать... Мать, слушай. Может, так ты огонь узнаешь? Правой кнопкой нажать, и ты узнаешь, не? Бля, обидно.
О, мать, ходи теперь со светом. Все, все, я понял, я не дури. Какие двери. Так, 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 так. Че тут? В траве у нас. Да блять, вроде как ничего нету. Копать можно? Факел жопу убери. О, это уже что-то интересное, блядь. Плюс защита, плюс два уклонения. Давай, ты одевай, а мы тебе дадим вот эти сандали в жопу. Чё, ты перегружен? Тут, мать, на, деньги к стенам амулет. Будешь таскать. Блядь, чё выкинуть, даже не знаю. Факел, на, возьми, мать. Так, всё, замечательно. Чё ещё тут? Плащ-охотник. Во, вот это хорошие вещи, я вам скажу. Мать, ты до нас уже всякое говна, вот мужику мы дадим... Вот это вот, бля, нормально. Тут еще и стрелы. Это, кстати, вещи были для воров как раз подходящие. Обычные стрелы, две стрелы. Это что, кость? А тут еще стрела. Ёп, твою налево. А, давай копнем, кстати, здесь. Может, там что-нибудь закопали? Здесь невозможно копать. Как-то здесь невозможно, это земля, ёп твою. Дурак, что ли? А точнее, дура. Почему здесь невозможно копать? Земля, ёптура. Походу, вообще вот в этой пещере копать нельзя. О! Ничего себе, гляньте, вагонетка. Камень. Нет, везде копать — это хорошая идея, я тебе говорю. Очень хорошая. Интересно, нельзя взаимодействовать с этой вагонеткой? Не, она, видимо, в качестве как декора. Так, кстати, возьми щит. Да я лопаты хотел треснуть. Нормально, чё? Идея хорошая была. Бля, я слышу их. Где-то там они. А как же дверь открыть-то? Вот что интересно. Значит, все, короче, мы обошли. Обошли, да? Получается, теперь можно только туда пойти. И тут варги, я их слышу. А тут никого не слышу. Что интересно. Камень. Пожалуйста, это... Я так и думал. А, бля, там же я варгов слышал. Я так и думал, что я сюда выйду с другой стороны. Кровоцвет. Так, подожди. Что в сундуке? Опять эта гребаная еда. Которая предсказание говорит, дичь говорит, деньги. Лучше бы на серебро дали бы. Ух ты, кольцо. Это кольцо таит в себе неизведанный потенциал. Не да ничего. Ну-ка одень. А куда он оденет? Мать, ты вот кольцо туда будешь таскать. На коленники, штаны эти в жопу. Ты, кстати, в чем хочешь? Таких же, да? Их продать будет можно, эти штаны потом. Единый заряды. Магия воды, магия земли. Кольцо всей власти. Саурон придет. Есть одна идея. Так, ладно, сожри. Чего там скажет он? Вами восхищаются, вам завидуют. Кто мне завидует? Кто мной восхищается? Ты, сука, бестолковая вещь. Отвечаю. Вами... Иди в жопу. О, может кольцо положить? Да, да, ты, конечно, говорил, что тут нужна эссенция, но... Как говорится, почему бы просто так не попробовать? Ну там...
Ладно, ты восхищаешь, ты завидуешь. Но... Ну, блядь. В игровом процессе мне хуй-то завидует. И никто не восхищается мною. Так, ну что, попробуем, короче, теперь подраться с этими грибами. Да, мы не готовы против них, но я рискну. Я, пожалуй, рискну. Так, кстати, как бы мне добраться? Големы я ебал, мы их не убьем. Тут лестница вроде где-то была. Вниз туда, в воду я прыгать не буду еще ниже, потому что я оттуда хрен вылезу, это 100%. Это между видео, надо пробовать и отгадать как-то загадку. Так, дурень, короче, что у тебя есть? Бай. Стрела. А, големы завидуют, арбалетный болт. Хэппл бомб. Ебать. Одно серебро за бомбы. Да, серебро. Серебра нету. Иди в жопу за колебалками. Дорого очень. Дорого! Некуда. А, пиздец. Зелень. О, живи, живи, мать, похуй, сдохла. Сердце прихватило, хер с ней. Живи, братан, ром выпили. Сил тебе прибавил, давай, тащи. Похуй с ней, ладно. Кристалл купим. Давай, мужик, на тебя надежда. Ну давай, сука, ходи. Блять. Поспешил. Да ты что, долбоёб, что ли? Долбоёб ебучий, давай. Вот, сука. Я все равно буду до последнего, блядь. Пизда ему, он ничего не сделает. Хотя раньше времени, вот правило это мне всегда нравилось. Нехуй раньше времени пиздить. Вот когда убьешь, тогда и говори. Но я говорю, по одному вот, блять, и когда есть место уклоняться, им пизда. А твоем они пидоры, потому что меня могли зажать, и я... А так и было, они меня зажали и отпиздили, мать. Кстати, он левел ап должен получить, уж сейчас точно. Сука, кто-то еще. Ты что ли? Иди сюда. Гусеница. Там что-то лежит, кстати, необычное. Там третий предмет! Наконец-то, ёптвою. Там колокольчик этот грёбаный. Все. А, сука. Будет угар, если этот червь убьет, короче, сейчас. Вот это будет угар. Давай. Да хорош, ты что такое это? Дерзкий, дохни давай. Пиздец, что-то мужик расслабился, блин, по 10 урона наносит, что это за капец. 22, во, вот это уже нормально. Ух ты, блядь. Слизистый колокольчик. Это квест? А там тогда что лежало? Там что-то лежало необычное такое. Вот он квест определенно оказывается. Так, мать, ну ты мертва, тебе можно нагружать. Ты, как говорится, мертва, тебе можно сразу все накидывать. Так, ладно, еда.
Опять такой же амулет. Зачем мне два амулета? Это странно. Ручной топорик. Так, 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 подожди. Использован факел в жопу выкинь. 5.15. Бля-ля. Плюс силы, ожидания, чтобы использовать 4.5. Но хуже. Если так продать, топор хуже. Вяленое мясо. Трупецкий. С ним ничего нельзя сделать. Ни броню с него снять, ничего. Хотя броню бы снял в натуре. Доспех ходил, а не в этих, в этом рванье. Сандали. Нахера сандали? У меня уже этих 500 пар сандали нашел. Зачем мне эти сандали? Так, камень. Вроде как больше ничего. Я просто внимательно смотрю сейчас. Вроде... А, не, это факел. Все, перейду. Так, еще что-то там лежало интересное такое. Вот это что? Дублет? Еп, твою надо. Я думал, что-то крутое. Защита плюс... Продать. Я, видимо, сюда должен был раньше прийти. Потому что это говнище. И... Духовая трубка. Зуб огра? Зачем тебе зуб огра? Блять, ложить-то некуда уже. Трофей, возможно, вы найдете ему применение. Нихера себе, сказал я себе. Так, тут еще он. Дротик. Метательный. Вот, блин, нам нужен вор, который сзади будет стрелять из этого дротика. Тролли, твой зуб. Он мне как пропишет за то, что я типа это, его обидел этим. Так, и теперь можем к старому возвращаться. Посмотрим, что, вам за, что он нам за это даст. Нормально, 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 пока идем, нормально. Нет, мне кажется, этот зуб куда-то положить надо. Не столько загадок в этом гримроке, это просто жесть. Ёп, мне показалось, что там кто-то стоит, это кусты. Я думал, монстр какой-то новый пришел, блядь. А такие приколы возможны. Вот, то есть, вроде как локация зачищена, а после какого-то важного момента, который вы сделали, могут прийти какие-нибудь твари и устроить вам замануху и убить вас. За звуки. Так, конвил. Пошли к старому. Да, да вот, вот же храм, сука. Давай дуди. Чуть было. Давай дуди, короче. По-любому ведь. Сука. Здесь эта плита должна быть. Ну-ка еще раз я прочитаю. Вы обещали вернуть стражу гильдии воров, и для этого придется ночью найти плиту с символом баланса. А, она не появится. Она, я думал, она появится. Это надо плиту найти с символом баланса и встать на нее. А где плита, блядь, с символом баланса? Не, ну это уже другой вопрос. Это совсем другой вопрос. Я как-то забыл и не обратил внимания на это. Так, хорошо, ладно, идем к старому. Не буду я зацикливаться на этом. И пойдем к старому. О, молодец. А, спасибо, что достали мне ингредиенты. Теперь я смогу приготовить их... Чего? Приготовить их них? Отличный эликсир. Что-то тут перевод какой-то странный. А что же касаемо карты, видите ли, я не все вам рассказал, у меня нет второй половины карты. Ой, наебал на старый. Старый, на старости лет ты меня взял, наебал. Зачем так? А, он говорил, что убегал от големов. Ну тогда все, это 100% там. Я и забыл просто уже. Что? Не сердитесь на меня, прошу вас.
В конце концов, у меня есть и хорошие новости. Я знаю, где эта карта может быть. Послушайте, несколько лет назад мой магазин ограбили. Воры унесли много чего, и карту они тоже прихватили. Я знаю, что у воров есть тайное убежище к востоку от центрального пляжа. К востоку от центрального... Так, называемый Фортпост. Я там был, ептвою. Я почти уверен, что карта именно там. Во всяком случае, это единственный шанс попробовать отыскать карту. Я там был. Ага, понятненько. Нужно просто добраться до кучки ворюх, проникнуть в их тайное убежище, которое, скорее всего, под охраной. И попросить их по-хорошему вернуть карту, все верно? Ну, в общем, именно так. Удачи. Молодец, старый, просто. Ладно, выбора все равно нет. Но прежде чем я уйду, может, еще что-нибудь известно об этом убежище. Ладно, но если я натолкнусь там на парочку драконов или целую армию жутких тварей, вы об этом горько пожалеете. И ты мне за это ничего не дал? Гнида, блядь. Форпост. Контракт на задание. Да, на самом деле на форпосте мы уже бывали, и монстров там порядком многовато было. Это я согласен. А, подожди, я забыл. Я же мертвую бабёху к нему привел посмотреть зелье. Есть ли зелье воскрешения? О, ступка и пестик! Сука, я не заметил. Ступ. Давай, давай, старый, я ступку у тебя забираю. Единка, шок, вспышка, выбор, щит, зеркало. Свет. Ступка и пестик. Серебряная монета плюс мне пиздец. Ну ладно, чего. Но, блядь, она мне нужна. На, старый. Варюга гребаный. Бесплатно не мог мне ступку дать, гнилу. Козлина, блин, вонючая, а. Просто за бесплатно. Не мог дать за то, что я тебе сделал, блядь. Ингредиенты достал. А он, блядь, даже карту по не дал, а. Так. Хорошо, идем к торговцу, продадим ему все. Все подряд мы продадим ему. За что ты так со старым? Я за что? Я. А я при чем вообще? Так, ладно, надо забирать вещь. В смысле, блядь? Хорошая вещь, что тебе не нравится? Я понять не могу, как он покупает вещи, я понятия вообще не имею. Ты как их вообще покупаешь? Тут ты рванье берешь, что-то не берешь, тут нормально берешь, что-то не берешь. Ты решишь, что ты будешь брать вообще. Дурень, блин. Какой-то непонятный просто. Зуб хочешь продам? Зуб хорош. Нет, зуб он не берет. Да. Ну, штаны-то он купит 100%. Конечно, вот такую фигню он купит эту. О, шапку тоже, кстати. Во. Не, нормальную накидку он покупать у них хотел. Ну, дурак вообще. Блин, туфли тоже не покупает, кстати. Ну и иди в жопу. Я у тебя здесь буду складировать, мне пофиг вообще. А, окру втюхать, конечно. Так, стрелы. Топор. Топор он мне в жопу не нужен. Бери. Угу. Блять, на кой хер вот эти амулеты? О, их продавать можно. Мать, снимай амулет. Чё, пройди пестик за бронзу. Так, а неужели это тоже будет продаваться? Нет, это не продается. Так, ладно, вещи скинем эти. Нет, продается. Так, ладно. Давайте иди пизду. Давай воскрешать тогда.
бабеху. Зачем ту эту ступку с пестика продать? Ты чё? О, мать запела. Блин, я готов это вечно слушать. Так, и она перегружена. Ёпшту налево. А ты чё перегружен? Надо, кстати, стрелковое. Все равно никто у нас не стреляет, пока что стрелковое здесь оставить у него. Он все равно не возьмет, я уверен. Так. Чё бы еще? Ты перегружен, что ли, до сих пор? Ну, камни давай скинем. Все, погнали. Так, значит, идем на фортпост. А, в натуре мачете. Вот это ты молодец, правильно понял. Мачете, в жопу их. Все равно не пользуюсь. Купать не хочет этот гнида. Мачете, мачете, мачете. Где они? Вот они. Так, ладно. Теперь все. Я понял, про каких бандитов он говорит. Это... которые были наверху, когда по лестницам поднимались, то как до них добраться? Вот чего... Чего? Молодой человек. У стены здания кого-то поджидает. За спиной у него щит. А на поясе грозная булава. Хоть юноша и молод, но глаза его тают глубокую печаль. Когда вы подходите ближе, он делает шаг навстречу. Вот это интересно. Ничего себе. Ну, мужик, у нас, походу, новый боец сейчас будет. Извиняюсь за свою... бестактность. Меня зовут Валтарион. Я из Ордена Единого. У вас есть свободная минутка? Давай хоть 10 минут. Я был недавно в лавке Грифа, и он упомянул о вас. Мне бы хотелось путешествовать вместе с вами. Наконец-то еще один герой. Гриф поручился за вас, и я доверяю его словам. Он также просил приглядывать за его молодой и очаровательной ученицей. Но она весьма сдохла вот недавно, но мы ее к кристаллу отнесли, все нормально. Он слегка кланяется в сторону Аваи. Как только их взгляды пересекаются, Авая заливается румянцем. И, сказать по правде, мне кажется, вам пригодится любая помощь. Не, по-любому будем брать его. Убедил, мы не против, пошли. Так, братан, ты кто? О, бля, на фотку ты страшный. Ты кто вообще такой? Навыки. Светлая магия, концентрация. Ёб твою нахуй, чего таких мне дебилов дают? А вот он паладин, кстати. Блядь. Но это не мах. Это вот, вот что мне сейчас дали, это непонятное существо. Это реально непонятное, необъяснимое существо. Это не мах. Это... как бы тоже и не этот, не танк, потому что он сзади почему-то, хотя его можно вперед поставить. Дебилов дают какие-то, ей-богу, ну реально. Сука, светлая магия, ну паладин, ладно, хотя бы будет лечить. Концентрация, это для мая, чтобы он светлую магию использовал. Тяжелое оружие, значит ты будешь использовать топоры. Но! У тебя почему-то, блядь, атлетика ни хрена не прокачана. Ты должен тогда быть... Блядь, ладно. Убедил, хуй с тобой. Хотя не, подожди. Чё у тебя вообще было в сундуке? Ебать! Щит паладина! Булава! Ебать, слушай, тебе вперед надо, братан. Да. И бабёх у нас, я что-то не знаю, походу на задний ряд уходит. Так, брони сколько? Плюс 2. Опять сандали эти ебучие.
Так, получается, блядь, надо вернуться, короче. Чтобы бабёха сзади не стояла, сопли не жевала. По-моему, минус у баловы есть какой-то, ну-ка. Урон у него хороший, точность плюс 2, игнорирую 5 единиц защиты брони, вперёд 4-5. Не, в принципе, нормально, кстати. Блядь, нихера не вижу, мать, наколдуй что-нибудь. Бля, короче, я так подумал, мать, как-то надо специализировать по-другому, она будет действовать. Блин, почему? Они схожи, в принципе. Она чародей, этот паладин, одна халва, в принципе. Блин, а. Как-то печально. Я ожидал магу увидеть. Короче, тут шапка, бля, шапку зря продал, получается, ну ладно. Тут было стрелковое, ёб твою, блядь, запутаешься. Будешь стрелять тогда, сдалека. Потому что, по крайней мере, другого выхода я не вижу. Да, если его не будет, это будет хард. Это будет хард. И тогда, кстати, надо тебе прикупить вот этих дротиков у того козла, точно. Чтобы побольше было. Ну, блин, она не воровка. Была бы хотя бы воровка, блядь. А то как-то ни к силу, ни к полю. Что она сзади будет делать? Она даже... У меня нет навыка стрельбы, блин. Ну, то есть... Я не знаю. Как-то печально все, ей-богу. Какая-то команда получается... Как бы объяснить-то... Ну, она... Ну не сходится она как-то не слаженная, я не знаю, как еще выразиться, давай поспим, блин. Не, мне день нужен. Она нифига не слаженная, эта команда, получается. Должен быть мах, вор и два танка, а это какой дичь. Так, а как же к ним подняться-то, блядь, я видел, там они на верхушке. Вот как, дождь пошел, ёбаный рот. Ладно, тогда вот тут закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.